В настоящее время в санаторно-курортном комплексе Приволжский Министерство обороны подобралась команда специалистов, энтузиастов, которые активно работают ежегодно на методичном, поступательном развитии медицинской составляющей в наших санаториях. Санатории берут на себя не только роль оздоровительную, они также берут частично диагностическую, а также терапевтическую. Достаточно сказать, что санатории активно вливаются в совместную работу по линии фондов обязательного медицинского страхования, что, безусловно, благотворно сказывается на общем развитии санаториев. И очень сюда в эту систему вписался, конечно, работа с компанией «Экзотлет» по внедрению новейшей процедуры «Экзоскелет». «Экзоскелет», кроме того, что он является революционной системой, он также еще и до конца не изведан, и тем самым еще больше интереса с ним работать. И наш персонал, не щадя сил, буквально энтузиазме, овладевает тонкостями владения этим аппаратом, развивая и внедряя в те сферы, где раньше даже и не знали, что его можно использовать. В настоящее время, вот в 2018 году, мы оказали 37 услуг, то есть мы 37 курсов лечения провели нуждающимся с этим аппаратом. С начала 2018 года, вот по декабрь, и до конца декабря, я думаю, что мы увеличим эту цифру значительно. Процент улучшений очень велик, 26,5%. Чем это обусловлено? Обусловлено тем, что, ну, первое, великолепный аппарат, второе, великолепная, значит, профессиональная подготовка специалистов, военных медиков, ну, а в-третьих, это мотивация пациентов и мотивация врачей. Наскучались врачи по развитию, по большой медицине, по науке. Санаторий «Волга» и другие санатории, санаторный комплекс «Приволжский» Министерства обороны активно сотрудничают со многими медицинскими учреждениями, в том числе и с компанией «Экзотлет», город Москва. Вот, надеемся на дальнейшее сотрудничество, надеемся охватить этой аппаратурой, внедрить ее в других филиалах санаторного комплекса «Приволжский», такие находятся в Челябинске, то есть это Урал, зона Урала, и под Новосибирском зона Сибири. Очень надеемся на сотрудничество. Несколько пациентов, и, ну, процент там близкий к 30, настолько почувствовали улучшение, что фактически они вернулись к нормальной жизни после острых нарушений мозгового кровообращения, инфарктов и других проблем, травм. Они возвращаются к жизни, социализируются. Это большой процент, это до 30. Другие пациенты на пути к этому, то есть продолжаются занятия, продолжаются упражнения, продолжается медикаментозное сопровождение этих, значит, процедур. Вот. И мы надеемся, что, несмотря на длительный такой процесс, они на пути к полной социализации. Ну, а те, кто, может быть, не будет настолько осчастливлен, что получат полное выздоровление, у них однозначно улучшается функционирование органов внутренних, те же конечности начинают получать, пусть ограниченную, возможность двигаться, ну и так далее, и так далее. У нас есть пациент К, которого привезли безутешные родственники на коляске, у него в 2013 году был инсульт, и он прибыл к нам с тетрапарезом. Тетрапарез – это когда не работают конечности. Человек не может кушать, не может застегнуть пуговицы, человек не может ходить, безусловно, и, в общем-то, целиком зависит от доброты и любви своих близких родственников, которые уже из последних сил выбиваются. И вот прибыл он к нам. Активные занятия, что называется, до мокрых трусов, это труд и врача-невролога, и инструкторов лечебной физкультуры, терапевты подключились, психотерапевты. На 10-м занятии человек сделал самостоятельно несколько шагов. Несколько шагов, после чего мы заметили, что и верхние конечности он приобретает подвижность, то есть запустилась цепная реакция восстановления организма, самокомпенсации. После 14-го занятия пациент ушел с клюшкой, оставив нам символически свою инвалидную коляску. И таких колясок у нас, я так думаю, будет скоро целая коллекция, поскольку уже три, по-моему, стоят, и мы, в общем-то, вынуждены готовить для них гараж. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я очень рад видеть единомышленников,
тех, кто сплотился вокруг такой великолепной темы. Хочу сказать, что зовут меня Крупнов Михаил Геннадьевич, я начальник санаторно-курортного комплекса «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации. В моем подчинении находятся три военных санатория центральной полосы России. Один из них находится в санатории «Волга» в городе Самара, клинический военный санаторий, санаторий «Чебаркульский» под Челябинском и санаторий «Ельцовка» под Новосибирском. Вот. Схематичная карта расположения санаториев наших по центральному военному округу. В общем-то, центральный военный округ – это половина России. И хочу доложить о том, что востребованность санаторий Министерства обороны в целях проведения медицинской реабилитации растет, как и медико-психологической реабилитации. Так, если в 2012 году медицинскую реабилитацию у нас прошли всего 200 пациентов, то есть после того, как ушел министр Сердюков с должности, конечно, медицина стала возвращаться в военно-медицинские учреждения. И мы видим динамику, что в 2017 году уже 6 тысяч пациентов получило услуги по медицинской реабилитации, по медико-психологической. Но вот ожидается, что в 2018 году медицинской реабилитации мы обеспечим более 7 тысяч страждущих. В настоящее время на базе клинического санатория «Волга» в Самаре развернуто 432 койки по следующим медицинским профилям. Система кровообращения, нервной системы, женских половых органов, костно-мышечной системы, соединительной ткани, органов мочеполовой системы, органов пищеварения и органов дыхания нетуберкулезного характера. Санаторий расположен на берегу реки Волга, в живописном месте, как, в общем-то, большинство военных санаториев по стране. Очень гостеприимная территория, оснащенная всем необходимым. Могу доложить также, что в настоящее, с 2013 по 2017 год санаторий был оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием с помощью того, что Главное военно-медицинское управление озаботилось развитием санаториев и были выделены определенные средства. Это позволило оснастить санаторий современным роботизированным медицинским оборудованием с обратной биологической связью в том числе. Ну и, собственно, вот некоторые образцы здесь есть на фотографиях, о которых я углубленно скажу чуть позже. Отделение члены физкультуры, одно из самых профильных в нашей работе, также оснащено новейшими образцами медицинской техники. Подчеркну, роботизированной с обратной биологической связью. Гордостью наших санаториев является отделение психокоррекции. То есть один из важных аспектов нашей работы – это оказание медико-психологической реабилитации для действующих у нас служащих, занятых на боевых дежурствах или возвращающихся с горячей точки планеты. Поэтому медико-психологическая реабилитация с отделением психокоррекции приобретает особый смысл и эффективность. Основной упор до сих пор в работе военных санаториев мы делали упор на индивидуальные программы в рамках второго и третьего этапов реабилитации, которые включают в себя применение как природных факторов, так и современных высокотехнологических технологичных методов лечения. На базе санатория успешно проводится медицинская реабилитация пациентов, перенесших ОНМК и другие заболевания центральной нервной системы, а также пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата в соответствии с клиническим протоколом по данным нозологии. Вот вы видите на фотографиях внизу пациент Курунов. Это наш, так сказать, яркий образчик работы наших специалистов, использования эффективного аппаратуры. Человек после травмы на обеих нижних конечностях был доставлен с Таиланда, попал под винт судна. После ампутации трех, значит, правой нижней конечности попал в крайне нестабильном состоянии в военный санаторий клинический «Волга», где получил необходимую медицинскую помощь, начиная от физиотерапии, лечебной физкультуры, заканчивая психокоррекцией.
То есть были устранены суицидальные настроения, были, значит, скорейшим образом освоены им протезы. И, в общем-то, выздоровление по статистике прошло, возвращение из социализации, в строй и социализации прошли быстрее примерно в два раза среднестатистических, благодаря применению, в общем-то, имеющихся у нас оборудования и усилиям специалистов. Также хотел бы сказать, что благодаря работе наших медицинских специалистов и организации «Хорошая медицина», оснащение, нам удалось на форумах «Здравница 17», «Здравница 18» взять в общей сложности более 5 золотых медалей. Одна из них наиболее для нас почетная – это «Здравница лучшая по реабилитации в России» и по многим другим дисциплинам. А также мы получили в мае 2018 года на форуме «Здравница» кубок Академии наук за вклад в реабилитацию действующих военнослужащих, что является, безусловно, почетным для нас и ко многому обязывает. Третий этап реабилитации. В 2017 году клинический санаторий «Волга» был включен в перечень медицинских организаций, осуществляясь долечивание непосредственно после стационарного лечения, то есть медицинская реабилитация на третьем этапе в условиях санатория в рамках системы ОМС. Вообще работа в системе ОМС для «Здравниц» Министерства обороны – это очень необычное и редкое явление. До сих пор мало кто обращал внимание на самоокупаемость санаториев и на другие аспекты, связанные с работой в системе ОМС. Санаторий «Волга» еще в 2017 году проводил пробное взаимодействие с системой ОМС, и была оказана медицинская помощь 33 пациентам в виде реабилитации на третьем этапе. За 9 месяцев 2017 года в рамках ОМС уже проведено 616 курсов по долечению и реабилитации в условиях санатория. Ну, конечно, это больные после острого инфаркта миокарда, также перенесшие операцию на сердце. Вот. Ну, в общем, в итоге в наших санаториях трех были открыты стационарные отделения медицинской реабилитации для пациентов. Работа в системе ОМС, она, конечно, дисциплинирует, она подтягивает. В целом поднялся уровень оказания медицинской помощи, уровень поднялся оформления медицинской документации, дисциплина трудовая. И надо сказать, что после того, как мы получили возможность доплачивать специалистам за качественную работу с пациентами от системы ОМС, к нам в организацию потянулись лучшие врачи с регионов. И сейчас санаторий «Волга» может похвалиться динамичным развитием, очень методично поднимается уровень оказания медицинских услуг и качество. Значит, еще что я хотел сказать, что также в санатории «Волга» проводится дальнейшая работа по созданию условий для успешной реабилитации пациентов с нарушением функции нервной системы, опорно-двигательного аппарата при соматических заболеваниях на втором стационарном этапе медицинской реабилитации. Это вещь крайне революционная для Министерства обороны, для военных санаторий в частности. То есть благодаря персоналу инициативному клинического санатория «Волга» вступили на этот нелегкий путь взаимодействия с структурами ОМС, и, в общем-то, сейчас уже де-факто оказывается медицинская помощь на втором этапе реабилитации. Ну и как иллюстрацию к нашей работе, именно вот с компанией «Экзоатлет». Так получилось, что последний год клинический военный санаторий «Волга» активно сотрудничает с научными медицинскими учреждениями, такими как Военно-медицинская академия «Кирова», это город Санкт-Петербург, научно-производственное объединение «Экзоатлет», отдел экспериментальной спортивной медицины, Центр спортивной медицины и реабилитации имени Бурназяна, ФМБА России, и Институт инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.
Это тоже новинка для военных санаториев, когда мы занимаемся не только, как сказать, опустив нос и дальше своих конкретных задач, вменяемых в Министерство обороны, ничего не видит некоторые наши структуры. Но в данном случае мы видим, что военный санаторий «Волга» расширяет кругозор свой, активно участвует в научных разработках. Достаточно сказать, что на базе клинического военного санатория «Волга» сейчас собирается материал и работает над защитой кандидатских, докторских диссертаций целый ряд ученых, которые занимаются вместе с нами научными исследованиями и внедрением новой техники. Научное сотрудничество с компанией «Экзоатлет». Был приобретен, можно сказать так, в складчину всеми нашими сотрудниками, в ущерб, может быть, своим премиям, но мы очень хотели этого, и мы приобрели один из аппаратов «Экзоатлет». В настоящее время эта покупка, она себя полностью оправдала. Крайне востребованный аппарат. Авторитет санатория «Волга» как медицинского научного учреждения резко вырос, вырос и спрос на медицинские услуги санатория, то есть в каком-то смысле даже рекламу заменила собой. Вот мы видим, что второй этап медицинской реабилитации применения аппарата «Экзоатлет» проведены курсы реабилитации пациентов с различной патологией центрально-периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Всего было проведено 37 курсов реабилитации, из них с нарушением функции периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата 62,2%, 23 курса, центральной нервной системы 37,8%, 14 курсов. Что надо сказать? Что улучшение в 98% практически мы видим. И отставить, 94-60%, 35 случаев, перемен в 5,4%. То есть это очень высокий показатель, это показатель, который отражает именно действительную картину происходящего, и мы этому очень рады. Я хотел обратиться к разработчикам аппарата «Экзоскелет» с большим уважением, с благодарностью, тем не менее, с просьбой также развивать работу с нами совместную, дабы охватить великолепным этим оборудованием, аппаратом «Экзоатлет» также и регионы Урала и Сибири, то есть там, где находятся наши филиалы. В настоящее время они с большой завистью смотрят на Самару, на санаторий «Волга», и очень хотели бы, чтобы этот аппарат работал также и в регионах. Надеюсь, что мы попробуем договориться об этом. Клинический разбор пациента, который мы хотели вам довести, он очень показательный, хотя на самом деле таких пациентов у нас уже сейчас несколько. Пациент 46-го года рождения прибыл для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях в позднем реабилитационном периоде заболевания с оценкой состояния по шкале реабилитационной маршрутизации ШРМ 5 баллов, то есть вы понимаете, что это значит. Диагноз. Последствия ОНМК в 2013 году. Медиальный геморрагический инсульт в левой гемисфере головного мозга, в теменной области. Тетрапарез. Элементы моторной афазии. Гипертоническая болезнь третьей стадии. АГ второй степени. Риск 4. Жалобы. Головокружение, слабость в конечностях. Невозможность самостоятельно удерживать равновесие в вертикальном положении, ходьба без посторонней помощи, передвигается на коляске. Быстрая утомляемость, неспособность к самообслуживанию, одевается, раздевается только при помощи родственников. Общее состояние удовлетворительное, в легких дыхании и так далее. ЧМН без патологии, менингальных знаков нет, в позе Румберга неустойчив, не способен удерживать вертикальное положение без поддержки. Что назначено? Физиотерапевтическое лечение, ЛФК. В ЛФК входит роботизированная механотерапия с использованием медицинского экзоскелета «Экзоатлет» и механотерапия на аппарате РТ-300, это с обратной биологической связью, в том числе медикаментозная терапия. В результате проведенных реабилитационных мероприятий была отмечена явная положительная динамика. У пациента увеличилась мышечная сила в конечностях, появилась способность к самообслуживанию, в том числе надеванию одежды, а также самостоятельному удерживанию туловища в вертикальном положении. При ходьбе
И уже на 10-й день лечения пациент смог самостоятельно без поддержки сделать несколько шагов. То есть человек, которого привезли с тетрапорезом, который без родственников ничего не мог делать совершенно, вдруг у нас пошел. После окончания курса медицинской реабилитации К покинул санаторий без использования кресла, передвигаясь самостоятельно и удерживая равновесие при помощи клюшки. Ну, уважаемые коллеги, за сухими словами клинического разбора, в общем-то, не передать той эмоциональной составляющей, которая волной нахлынула на, не только на родственников и пациента, собственно, со слезами радости на глазах и те, и другие, но и, в общем-то, и медперсонал, который был причастен к рождению этого маленького чуда, тоже получил заряд мощной бодрости, энтузиазма, и, в общем-то, мы на этом держимся. Хочу сказать, отметить, что Главное военно-медицинское управление, заметив, в общем-то, серьезную работу, проведенную в клиническом санатории «Волга» по внедрению второго этапа реабилитации, третий, в общем-то, Тришкин Дмитрий Вячеславович, начальник ГВМУ, издал распоряжение о внедрении второго этапа реабилитации во всех военных санаториях Министерства обороны. Таким образом, мы стали таким вот хедлайнером по продвижению такой вот перспективной техники. Ну, отзывы пациентов, конечно, зачитывать я не буду, но тем не менее они есть, вы должны их видеть. И ближайшие перспективы развития таковы, что сейчас многие гражданские учреждения, стационары, госпиталя военные активно начинают сотрудничать в плане оказания услуг по реабилитации второму и третьему этапу с военно-клиническим санаторием «Волга», о чем свидетельствуют документы, обращения в органы ФОМС и Министерство здравоохранения регионов. Уважаемые коллеги, вот в данный момент мы говорим о цифрах, говорим о графиках, но я как организатор здравоохранения хотел бы, ну как это принято у кавказцев, наверное, тост поднимают они, да ну тут немножко неуместно, но хотел сказать слова благодарности тем врачам, кто в своих руках держит пациентов на пути к их здоровью. В настоящее время вот со мной здесь присутствует начальник военной санатории «Волга» Сухинин Алексей Владимирович, также врач-невролог Белокопытов Максим Викторович. Встаньте, пожалуйста, уважаемые коллеги. Я попрошу вас аплодисментами сказать им большое спасибо за ту работу, что он делает от имени тех пациентов, которые им очень благодарны за их труд. Спасибо, дорогие коллеги, спасибо.